Современные научные тенденции в области биотехнологий представят в Новосибирске. На следующей неделе в мегаполисе стартует инновационный форум Open Bio. Мероприятия пройдут в Кольцово со вторника по четверг. Форум проводят уже в 10-й раз. Это открытая площадка для дискуссий, где встречаются специалисты в области биотехнологии. Они расскажут о своих достижениях, целях и задачах. Проблематика обсуждений постоянно расширяется. Например, в этом году актуальна тема космических исследований. Впрочем, не забыты те, кто стоит перед выбором профессии. В рамках форума также, что, ну, безусловно, для меня является интересным, пройдет детский форум «Наука без границ». Важно также в детях, в молодых людях зародить и подогреть этот интерес к науке, объяснить, что ученый — это не тот, кто складывает ровными стопочками бумажные отчеты о своей деятельности, а тот, кто делает реальные вещи, тот, кто ставит эксперименты, тот, кто хочет, ну, по большому счету, если хотите, сделать этот мир лучше.